Тимур сказал, что это самая длинная тарзанка на Голубом озере, правильно? Да, ну что, красавцы, добрые всем. Сегодня вы оказались на самой длинной тарзанке на Голубом озере, которая обыграла сегодня две сильнейшие школы, это Италия и Таиланд. Ты только ему рассказываешь или мне тоже? Да и тебе тоже, конечно. Полкилометра расстояния, у нас полет длится ровно минуту. И я надеюсь, вам, ребят, понравится. Традиционно мы забираемся на самую высокую точку, друзья, чтобы рассказать вам о песне, которую мы разучиваем, чтобы заработать на ужин. Такого полета и такого рассказа о песне, конечно, еще не было. Вытяни ноги вперед. Так. Еще выше ноги. Так. Выше ноги. Раз, два, три. Поехали! О! И даже не страшно. Дело в том, что я думал, что самый сложный язык, друзья, сначала, это вьетнамский. Потом я думал, что это китайский. Потом мне казалось, что самый сложный язык – это арабский, но нет. Самый сложный для разучивания язык – это абхазский. А петь на нем еще сложнее. Попробую. Песня про странника, который путешествует и очень хочет своей любимой поскорее вернуться. И звучит она вот так. Ну что? Под музыку? Да, будем петь, хорошо? Давай. Значит, я начинаю, а вы подпеваете. Договорились? А мы с искухара загашем бабахи пуй ахцо. Амрики дубзинцы ташашем. Как его? Хахами уи скапхо. Знаете, да? Бай-бай. Что там? Цилы шара. Саблекуара, бабам из Гуацито. Еще раз. Бай-бай. Бай-бай. Бабам из Гуацито. Все правильно. Все. Как вас зовут? Астамур звать меня. Астамур? Да. Распространенное имя. Достаточно. Астамур, о чем песня? Не терпится узнать, правильно ли я ее перевел. Потому что, насколько я понял, это песня про странника, который... Про девушку свою поет. Которую девушку что делает с ней? Про девушку свою поет. Про девушку поет свою. Да. И вот это сылашара, это вот о чем? Про чем это сылашара? Сылашара — это мой свет. Мой свет, свет. Да. То есть бай-бай, а бай-бай это что значит? Иди ко мне, мой свет. Мой свет. Сылашара, бай-бай. Сыбликуара как переводится? Да, сыбликуара. Сыбликуара — это черноглазая. Вот здесь переводчик хороший. Давай с ним. А вы не абхаз, что ли? Я абхаз. Сыбликуара. Бабам из Гуацито. Это как? Ну, наполовину. В моем сердце навсегда. Я смесь. С кем? С мамой, с папой. А, логично. Все, спасибо большое. Не забываем. Почему я застрял на середине пути? Надо чуть питаться. То есть потому что слишком легкий. Да. А посмотрите на этого дрыща. Он как? Он меньше меня весит два раза. И долетел, да? Да. Обтекаемость хорошая. Да. Все понятно. Ну вот, собственно, и разобрались с переводом. Теперь песня стала еще душевнее звучать. А посему, товарищи абхазцы, продолжаем петь. Не останавливаемся, дружнее давать. Бай-бай, сувашара, бай-бай, сублипара, бабами сватико. Супер. Вы знаете эту песню точно, если вы абхаз. Абхаз. Поэтому для вас, ну, как бы, задача немножко усложняется. Вам нужно узнать ее по мелодии. Попробуйте. Да? Отлично, я узнал, правда. Бабам из Гуаты. То. Все. Где тебя так научили? Я вот сидел, учил ночами. Вот, уже очень сложный язык. Очень сложный, да? Очень сложный, да. После... С детства не научишься, правда.